Номер лота 88077 и два цвета. Вот такой вот красивый малиновый. И будет еще представлен нашему вниманию бирюзовый цвет. Альбин, красивое платье. Вот на что я обратил внимание, ну, просто необыкновенное какое-то сочетание. Невозможно пройти мимо дизайна. Действительно, невозможно пройти мимо вот этой рюши, которая является главным акцентом нашего платья, которая лично мне напоминает кожу. Но на самом деле это текстильное мягкое полотно, которое очень красиво бликует, играет под цветом софитом. Я думаю, конечно же, которое привносит в наш наряд вот этот праздник, торжественность. Очень здорово играет такое дополнение к нашему платью, как модный элемент, так и стройнящий элемент для женщин, например, с фигурой перевернутый треугольник, таким образом компенсируя зону, широкую зону плеч. Очень необыкновенно смотрится, действительно, сочетание вот кожи, да, и роскошной ткани. Про тебя, про нее я обязательно сейчас у тебя спрошу. Размеры с 50 по 56, ну а самое главное, платье по цене менее 1000 рублей. Шикарное дизайнерское платье, а цена 990 рублей. Номер этого лота 88077. Красивое платье. Скажи, пожалуйста, а что здесь за ткань такая интересная? Ткань у нас лавсан, наш любимый. В составе есть и эластан, и лайкра для более идеальной посадки. Но напоминает наш лавсан, конечно же, жаккардовое полотно. И оно совершенно не грубое, и оно очень деликатное, и оно очень приятное для тела. И ты знаешь, выглядит жаккард всегда, конечно же, очень и очень дорого, роскошно. То есть это платье совершенно спокойно мы можем носить на самые изысканные, на самые торжественные мероприятия, самые важные мероприятия в вашей жизни. Прекрасное, идеальное платье на все случаи жизни. Платье необыкновенное, платье дизайнерское. Сочетание выделки под кожу, да, вот красивые накидки и роскошной жаккардовой ткани делают это платье действительно абсолютным, невероятно красивым шедевром. Но цена при этом действительно шедевральная. 990 рублей. Скажи, пожалуйста, Альбин, вот сейчас нам как раз пока, вот мы можем похвастаться еще одним цветом. Вот, собственно говоря, наша бирюза. Давай его как раз с тобой рассмотрим и поможем нашим милым подобрать себе по размеру. Давайте. Бирюза у нас, кстати говоря, в 56-м размере. Вот редко у нас образцы бывают именно 56-го, поэтому сегодня праздник для женщин с пышными формами, для которых мы можем сделать замеры. У меня там спрятался рукавчик. Так, Марат, помоги, пожалуйста, его достать. Вот он. Так. Итак, сделаем замеры. 56-й размер. Сколько уже она у нас в полуобхвате? А в полуобхвате у нас... Я так предполагаю, что, наверное, около 56 есть. Ну, вы знаете, вот, пожалуйста, 56 сантиметров полуобхвате. Здесь не стоит сомневаться. Здесь отличная растяжимость ткани. Мы можем добавить еще несколько сантиметров, то есть 64 для 56 размера. Каждый размер последующий прибавляйте 2 сантиметра шаг. Каждый размер предыдущий, соответственно, 2 сантиметра убираем. Ну, простая арифметика. Да, это простая очень арифметика. Тем более, если вы совершаете вашу первую дистанционную покупку, вы совершите ее очень просто. Вся важная информация в левом углу экрана, в том числе и наш многоканальный бесплатный телефонный номер, бесплатный для всех регионов России. Позвонили, никаких предоплат, сказали номер лота и все. Оплата только при получении. Платье имеет полуприталенный силуэт, поэтому немножечко у нас будет выделяться линия талии, но бедра достаточно широкие в этом платье. 59 сантиметров для 56 размера. И не забываем про прекрасную растяжимость. До 68 я смогла растянуть. Ты знаешь, что я хочу сказать по поводу размеров? Либо размер в размер это платье берем, либо на размерчик побольше. Прекрасно. Прислушаемся к твоим рекомендациям обязательно. Альбин, скажи, пожалуйста, а вот наше платье, прикроет ли оно колено? Однозначно. Вот здесь сомневаться не приходится. Если вы выбираете свой размер или на размер побольше, то вот эти 104-103 сантиметра однозначно колено закроет. При этом посмотрите, сзади у нас есть разрез, который будет, конечно же, той находкой, которая помогает нам во время движения, во время танца, во время посадки в транспорт. И вот это жаккардовое полотно будет, конечно же, еще и удобным для нашего тела. Оно еще и удобное, стильное и красивое. Самое главное, действительно, роскошное платье. Жаккард и вот такая красивая кожаная накидка. Но на самом деле это не кожа, а вот такой текстиль в такой интересной выглядит. А давайте покажем с внутренней стороны. Вот, пожалуйста, вот такая атласная, шелковистая. Вы сразу поймете, что это действительно просто ткань. И не бойтесь ни в коем случае вот таких модных элементов, которые напоминают кожу. За этими элементами, в отличие от кожи, очень легко ухаживать. Мы можем их стирать в машинке. Да ты что? Они практически не мнутся, Марат, потому что это у нас лавсан. Само жаккардовое полотно также не изминается. И, ты знаешь, это все платье полностью мы погружаем в стиральную машинку, и оно у нас крутится в течение часа, и потом, как новенькое, выглядит несколько сезонов. Шикарно. Обожаю, когда вещи не только стильные и роскошные, но при этом еще и практичные. А наши телепокупатели, если успеют сегодня совершить эту покупку, станут самыми умными
и самым практичным, потому что цена этого часа, платье Барбара, 990 рублей. 990 рублей! И вы обладатели шикарного дизайнерского потрясающего платья, сделанного из жаккардового полотна. Причем в двух цветах, я напомню, бирюза и бордо. Размеры с 50 по 56. Номер этого лота 88077. Вы еще не совершили свою покупку? Делайте это прямо сейчас. Берем либо размер, либо на размер больше. Это уже зависит там, да, от бюста, возможно. Да, вот ну да, да. Если вы не очень любите вещи в обтяжку, то тогда на размерчик больше закажите. Прекрасно. Номер лота 88077. Потрясающе, незабываемое, фантастическое женственное платье по цене 990 рублей.